Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Алексеевич, и сегодня у нас 27 июля 2022 года. В этом коротком ролике я хочу сделать объявление, что через полчаса в 8 часов и 15 минут по московскому времени состоится стрим с моим участием и с участием Сергея Сливинского на тему 11 сентября. На канале Дед Пихто. Прямая ссылка на стрим будет в описании под видео и в первом комментарии под этим видео. Приглашаются все желающие со своими вопросами принять участие в этом стриме. Также, пользуясь случаем, лишний раз напоминаю всем, что я открыл долгожданный форум на моем веб-сайте 911ology.ru. И отныне все вопросы, просьбы задавать только на этом форуме. Там есть специальный раздел для задавания вопросов, где они не будут теряться и где они будут удобно систематизированы. Поэтому все те, кто задавал мне вопросы раньше в ленте Телеграма или в комментариях, где бы то ни было, под видео, и не получили моего ответа, что я эти вопросы заметил и выписал, просьба зайти на форум, зарегистрироваться там и оставить свой вопрос на форуме. Регистрация очень простая, как и на любом другом форуме, но значительно проще. Все, что нужно сделать, это активировать новую учетную запись, получив ссылку для активации по вашей электронной почте. Если по какой-то причине вы ее не получите, вас все равно активируют вручную через какое-то время. Первые 5 постов от каждого нового пользователя проверяются модератором в целях борьбы с ботами, спамерами. Но начиная с 6 поста, они публикуются свободно. Заходите, пожалуйста, регистрируйтесь, принимайте участие в работе нового форума. Форум обещает быть интересным. Там будет обсуждаться не только 11 сентября, но и вопросы обществоведения. Также там будут разделы для материалов, которые будут размещаться на этом форуме, то есть там будут словари, некоторые другие материалы, книги интересные, и вообще там будет интересно. У этого форума будет большое будущее, в частности в связи с тем, что там планируется жесткая борьба с платными троллями, а также со всякими фриками, которые обычно уничтожают все форумы подобного рода. Так что заходите, пожалуйста, регистрируйтесь. Также я хочу сообщить всем, что сегодня я опубликовал очень интересное маленькое видео на тему известного масонского мультфильма «Симпсоны» за 2010 год. К сожалению, на YouTube я его не опубликовал, потому что слишком рискованно. Но я его опубликовал на всех других своих каналах, и ссылки я оставлю в описании под этим видео тоже. Пожалуйста, зайдите, посмотрите выдержку из этого короткого мультфильма с комментариями. Я уверяю вас, это будет интересно. На этом у меня пока все. Напоминаю, что те, кто смотрит мой канал, не подписавшись, поступают нехорошо. Пожалуйста, подпишитесь. Вам это ничего стоить не будет. А мне это добавит, соответственно, популярности канала и энтузиазма в его дальнейшем развитии. Также призываю подписаться на мой телеграм-канал и на все остальные каналы, которые обычно указаны в описании под каждым видео. На этом все. Жду вас на стриме, который состоится уже через 25 минут. И надеюсь, что стрим будет интересным. Те, кто не сможет его посмотреть в прямом эфире, всегда могут посмотреть его в записи по той же самой ссылке. Ссылка будет в описании и в первом комментарии под видео. На этом я с вами прощаюсь. И жду вас. До свидания.